Здравствуйте, а вы уже поедете за еду? Нет. Понятно, через неделю наберу. Шел 6-й месяц карантина, работать за еду было еще не престижно, но уже не стыдно. Так шутят белорусы. А теперь давайте поговорим серьезно. Привет, меня зовут Валдис. В июне внимание белорусов привлекли ковид-диссидентские высказывания министра культуры Республики Беларусь Юрия Бондаря. Первое о том, что нормальные люди ходят без маски. А второе о том, что фестиваль «Славянский базар» пройдет в Витебске с 16 по 20 июля. И прошел. Власти Беларуси позиционируют «Славянский базар» как самый крупный open-air Европы. Это вызывает минимум обеспокоенность за большое количество людей и особые опасения за сотрудников и сотрудниц культуры, которые вынуждены работать и находиться в ситуации риска. Спасибо вам, здоровья, благополучия, многое и благое лето. Спасибо тебе, спасибо. Спасибо вам! Спасибо за праздники такие, которые устраиваете. Особенно эти высказывания и решения выглядят безответственно после известий о вспышке коронавируса в Национальном театре оперы и балета в Беларуси в середине июня. В целом продолжается непоследовательность проведения массовых мероприятий. Так, флешмоб «Зажги город своим смартфоном» и праздничный фейерверк были отменены в рамках празднования Дня города в Могилеве. В качестве одной из причин отмены называлась и существующая в городе эпидемиологическая ситуация. Но в Беларуси прошли массовые празднования официального Дня независимости, и праздник «Александрия собирает друзей». А еще заложили звезду Филиппа Киркорова на Аллее Славы в Витебске. А талантливого Никиту Монича уволили из Национального музея за стихотворение. Погуглите. После выборов ситуация только ухудшилась. На официальные митинги за Лукашенко людей привозят несколько десятков автобусов и развозят таким же образом. А тысячи людей с мирных акций солидарности и просто случайных прохожих частенько забирают автозаки и пакуют ОМОН людей там, как кильку в банках, избивая и унижая по дороге. А мы продолжим информировать вас про ситуацию в Беларуси, в стране, которая официально не признала эпидемию коронавируса. Подписывайтесь на наш канал и страницы в социальных сетях.